очередная посылка из Китая. Я догадываюсь, что здесь. Здесь вот такой же бампер для Amazfit Bip, но другого цвета. Заказывал я их у одного и того же продавца через приложение Joom. Я надеюсь, что это был, наверное, последний заказ, потому что приложение я удалил. Очень долго идут посылки с Joom'а. AliExpress в этом плане намного лучше и интереснее. Интереснее еще AliExpress тем, что он в случае чего может вернуть денежку, в отличие от Joom'а. Да, это оранжевый бампер. QR-код, если кто-то захочет заказать. И будет ждать его 57 дней. 57 дней. Чтобы получить бампер. Целых 57 дней. Эта посылка дошла намного быстрее. Ну, в принципе, это Почта России. Так что можно не удивляться. Спасибо, что вообще дошла. Так, проверяем бампер. Здесь защелкивается. Здесь, ну, он и сидит плотнее, в отличие от желтого. Практически нет люфтов. Вот так смотрится. Если кому-то было полезно, ссылка на этого горе-продавца будет в описании.